Актюбинский производственный филиал АО «Кастрансгаз Аймак» предупреждает о временной приостановке газа 21 ноября 2018 года с 9 утра до 11:30 в квадрате улиц Тургенева, проспект Мира, улица Моресьева, проспект Абая. Данные работы проводятся во избежание возникновения инцидента и аварии, который может повлечь угрозы жизни и здоровью окружающих лиц. Просьба наших потребителей перекрыть краны перед приборами в период отсутствия газа, обеспечить доступ работникам Актюбинского производственного филиала с 11:30 для выполнения повторного впуска газа.